Всем привет, вы на канале Team Spirit, и мы продолжаем свое путешествие по IEM Katowice 2024. В прошлом влоге мы гарантировали себе спот на спотах арене, а сегодня мы играем с Face и попробуем гарантировать себе спот сразу в полуфинале. Пойдем сыграем. Нет, больше мы не играем с тобой в эту игру. Я еще его сломаю, нахуй. Ты хочешь взять реванш, да? Я уже миллион раз взял реванш, но пока ни разу не выиграл. We would like to do a double interview, but I want to show them something first. Yeah. So I will just be like also like a little scared. Also, if at the end of the interview, if I say thank you and you just go nice, you want to do that or not? Okay. You can do what you want. Давай пойдем, выключай камеру и гостграем. Да пойдем, сейчас Даня нас снимет, я тебя разъебу. Нет, все на камеру, все идет на камеру. Oh, we're in the way of the serious fight. Yeah. This is like Team Spirit warm up. Like some people do aimbots, we just do table tennis. Ты думаешь, я тебя боюсь? Я тебя вообще не боюсь. Ты его боишься очень. Так ты борись без наушников, тогда баф. То есть ему еще баф нужен, да, ты хочешь сказать? Он не в дефолтном состоянии. Боря переход. А нет. Кофе переход. Нет, Борис переход. О нет. Бля! Бачка разрыв. О нет. Это он еще без наушников был. А что было бы с тобой, если бы он был бы в наушниках? 245-247. Ну типа... Это самое близкое поражение. Это был лучший мой результат. Ну как бы следующее он просто... Не сможет. Твой лучший результат вообще в жизни, даже не близко. Да что ты расскажешь, я тебя в прошлом году ебашил в эту игру. Просто мне уже много лет, а ему наоборот, он в прайме, а я уже скатываюсь. My goat is washed up. Всем привет! Это Данин влог. У нас вчера был выходной, но это не совсем выходной, мы все равно играли в проекте. Как вообще проходила подготовка к Фейс? Просто посмотрели, как они играют, и подумали, что будет максимум какие карты и все. Что думаешь по мапулу? Нюк фитнуть? Вообще, да, 100%. Просто еще могут удивить одним мувчиком. Не могу говорить, каким. Что можешь сказать про их стиль игры? Очень крутая команда, которая очень скилловая. В микре люди не ошибаются вообще. Максимально крутые решения принимают индивидуально и командно. Поэтому, я думаю, это такой один из самых сильных соперников, с кем мы будем играть для нашей команды. Посмотрим, как будет игра. Дим, у нас сейчас матч с Фейс, принципиальный матч. Хотел бы поговорить с тобой о твоем визави Броке. Что скажешь о нем? Что скажешь о том, что у вас похожий стиль игры, как многие говорят? И в целом про матч с Фейс. Матч с Фейс будет интересный. Они меня в последний раз выигрывали всегда вроде там по встречам, поэтому будет интересно. Насчет Броки, он хорошо играет, мне нравится его стиль игры, но у нас с ним не совсем похожий стиль игры. Опять же, судить не мне, но мы выполняем немного разные роли. Ты представляешь, там какие мысли внутри проносятся? Там просто целая вселенная, там в минуту решаются миллионы, миллиарды операций происходят. А у меня в голове обезьянки вот так. Бам, когда писать? Бам. Так а ты про Леню говорил? Бля, подожди. Очень скромный человек. Свои сильные стороны никогда не выпячивает, не выставляет. И всегда говорит то, что там наша победа — это заслуга тренера, заслуга команды. В целом это отчасти так и есть, но капитан в этом прилагает просто массу усилий. На себе тащит всех. Да, так и есть. Какие-то животные есть, которые на спине вот переносят своих детенышей. Я не помню, какие-то типа сумчатые. Вот и Леня примерно такой же. Детенышей на спине носят. Тут именно идея в том, что они прям цепляются за спину, вот так вот держатся. Это типа коалы там или что-то вот такого. Я думал, ты ослик. Ржака. В смысле ржака? Это что ты так говоришь? Ладно, я ослик. Заблюрить меня можно? Зачем? Я серый кардинал. Неизвестно, кто сидит вот на этом месте. Ой-ой-ой-ой-ой. Чё он сказал? А? Чё Фейзов прикольный там? Welcome to Phase, motherfuckers, они говорят. Да-да-да, это была прям мемная штука. Дождь, куда ты бежишь? Да, я не знаю, тут какие-то, наверное, такие приколы. Кстати, мы играем против дождя, когда у нас зонтик. Зонтик против дождя. Майн, всё, блядь. Зонтик. Контрпикс. Прикольно было, короче, вчера, когда играли Heroics Vitality, Нерц кричал, типа, Апексу, типа, тебе нужно больше улыбаться. Типа, что такой грустный? Так, ребят, смотрите, у меня 5 карт на нюке подряд минус. Сейчас посмотрим, как тут будет против Фейзов. Это сильный соперник на нюке, посмотрим, как я сыграю. На какой позиции ты играешь вообще обычно? На улице?
Да я везде бегаю. Девятки падаю в основном. Ну вот, может, поэтому ты в минус играешь, Димас. Походу. Что позиции нет. Я на тему вообще-то, что они сделали. Какая? Ну вот это вот вся. Как это? Картинки игроков. Прикольно. Очень. Каждый год. Атмосферно. Играешь такой и думаешь, блядь, да, это круто. Это Ханс. Этот человек, кстати, всегда улыбается. Я помню, я подошел к нему в Бельгии и говорю, старина, хули ты лыбу ты сюда давишь? У нас тут не принято. Мы грустные. Убью будку. Следите за этим Spirit Telegram и первыми узнавайте обо всех новостях в жизни команды. А в закрепленном сообщении вы можете найти приятный бонус. Я ему сказал, окей, I got it. Так, ну что, парни, нормально идем. Результаты игр показывают, что мы сильные, но это не значит, что мы суперсильные. Это не значит, что нам некуда расти, это не значит, что нам некуда развиваться. Продолжаем работать, продолжаем учиться. Этому научиться не будем. Ну, я и так умею. Да, все верно. Помогаем друг другу, поддерживаем друг друга доброжелательно, весело, задорно. Короче, парни, не просто учимся, а получаем удовольствие в процессе обучения нашего. Договорились? С кайфом. Поцелуй и драконы. Ценим смирение! It's about the same approach with the A-split by a mid. And as we mentioned before, Phaser are to get down a certain amount of distance. Rain's going to peek at the palace, but you got to give them credit for being very confident because when they came, it was an even map across B-site and middle in terms of CT. And with the team that he has and with a signing like Shiro, yes. Like, I mean, that's what solidifies. It's not even Donk. It's that Shiro joint spirit. That has this much promise and proven results as Katowice goes on. Now pressured, stuck on triple. Nothing he can do about Donk. Who's starting to return. You know what you're gonna get. He's gonna gun for you top mid. Off the US. This is what you get. Never seen him play badly. Chopper opens up. Donk swings. Finishes Brokey in the back line. Nice answer from Shiro. Came in. Oh, and of course, Donk goes deep. Didn't hold him back. Shiro will. With Donk by his side. Two rifles rip him up. Forcing phase into a reassessing split in the 3v3. He does stop the plant. He doesn't die. He does get the next kill. Ice cold from Shiro. Get off my windshield. Bomb. That bomb is right in Brokey's way. Who hits this headshot? Does he stick the 5 seconds? Brokey lines him up, but doesn't clear him off it. And it's Spirit to take first blood, first map, and a clean path to the semifinals in the Spodek. Сам мой бэт мире, понял? Я не такой. Доволен? Посмотрим после игры. Ну, во-первых, мы начали за атаку, мы проиграли клатч, который бы поменял игру, старт игры. Да, они сразу вкатились, где-то там смоки свои путали. А дальше то, что мы обсуждали, оно работало. А по поводу КТ, мы неправильное решение приняли в первом бае. Эта штука не работает. А дальше уже игру собрали под свой контроль. А кого индивидуально можешь выделить? Команду. Команду. Главное в этой игре было сбить тайминги. Ара скидывает, я убегаю первый, даю ебало, чего дохну от Броки. Открывается спейс под Даню, выбегает машина. Есть, свою работу сделал. Я охуел. Одного так, второго смог, третьего в разбей. I suppose they just, because he just experienced. Oh my god, he just hands it out. He just gives it out. Look at him go. That slippery thing still playing. Nope. But just the fact that Donnie even more to you. He's in a bad mood. Shiro can help to him. Tech Knight. Right. Snap. After sequence. Forward. You'll have another chance. Moment. And it's working. It opens it up, Chopper. Ну, первая реакция. Первая реакция, бля, ебать мои хуи, бля, это бля, я просто за КТ охуенно сыграл, пиздец, просто за всю хуйню. Гордусь. Обычно меня в жопу, но сейчас я взял свой дробовичок. GG, Zontex, we would like to invite you to the best. Данечек, какие чувства испытываешь? Шок. И радость. Я еще думаю, ну, бля, мне хаешки дали. Да, я еще упал, думаю, ебать халява сейчас будет. I'm trying to focus. Кто тебя еще обижал? Кто? Покажи пальцы. Кому ебло набить? Да все там уже обижали. Ну нормально. Первый нюк наконец-то выиграли, блядь. А ты как сыграл сам? Пойдет. Саппортил команде.
Это, кстати, самое важное. Он внес очень важный вклад в игру. Я внес очень важный фраг в игру, я просто мейн смотрел и одного убил за тир. В принципе, на этом мой геймплей закончился. А, еще раш рампы сделал и убил первого чела, ну все. Вот. Так, это жесткий импакт. И ты играл клатч. Да, что тебе клатч? Я клатч. Меня еще зарезали, охуенно. Машинно, конечно, было. Да я будка нас просто... О, Макса выходит вот тапом. Нет, и я вижу просто вот эти, знаешь, вся жизнь перед глазами, как он говорит на меня заработал. Вы еще так отлетели, забыл, как утки. Это Боря на мету, только Боря может так играть. Ну и Витя, сам Даян. А, ну да, естественно, это вообще папа. Это законодатель мода с дробовиком на нюке. Так есть. CEO of XM1014 Gaming. А это CEO of Plus W Gaming. Ты видел эту копипасту? Нет. Там сказано, что ты гендиректор компании Plus V. Не, на улице было мем, началось в аху были по вебкам, это вообще. Так а что я делал? А? Что я делал? Я Plus V нажимал. Они такие смотрят, они понимают, что происходит. Я все четко делал. Не, ну ты там выпрыгивал, отпрыгивал, потом опять убивал. Это, ну типа загонял в респу буквально, холол, ведь. Хотя таких надо помедленнее играть, там уже люди старенькие, ты че? А чьи проблемы они? Бля, конечно, мы чутека не въебали на мираже, потому что флешки не было. Я думаю, я сейчас пикну без флешки, мне просто рендест одну. Я уже так въебывал его. Просто говорю, есть флеш? Нет. И челы 4 мидл выходят, моих ебашь, я думаю, охуенно вообще, блядь. Я теперь выходной. Чё делать будешь? Аниме магазин. Вообще похуй. Главное все продолжать делать едино, верить друг другу, поддерживать друг друга. В любых недопониманиях находить общее решение вопроса, чтобы мы работали и делали одно. Как там, это не важно. Главное, чтобы делали одно. Сейчас у нас уже формируется коллектив, формируется команда, уже видно, что мы готовы выигрывать. И вот это для нас не результат. У нас потенциал занять первую строчку и там находиться. Вот к этому мы стремимся. Поэтому продолжаем максимально продуктивно работать и стараться выигрывать каждый матч. При этом не думать о победе, а думать о развитии. Вечер сложного, но хорошего дня. Мы в полуфинале Катовицы. Сереж, очень много было разговоров про крики Дани. Хотел бы услышать твое мнение. И вообще история заключается в том, что приезжает 16-17-летний голодный мальчик до побед, который горит игрой. Для него это мечта. Он старается выкладываться на максимум, где-то эмоции переполняет, он может себе позволять слова, которые с каждым матчем становятся меньше и меньше. Если, допустим, сравнить под Бумдачу и этот турнир, от каждого матча к каждому матчу заметно, что человек прогрессирует в этом и меньше и меньше негатива в сторону соперника. При этом, если посмотреть на другие команды, это нормально, когда люди подбадривают своих тиммейтов и где-то выражают негативные свои эмоции. Это вполне нормально. А то, что вокруг люди говорят, но это их мнение, нас оно не касается. Я считаю, что каждому нужно следить за собой, а мы сами разберемся, что у нас в коллективе. Давай по каждому из ребят пройдемся, чем каждый из наших игроков выделится в групповом этапе. Что касается Мирослава, с момента прихода в нашу команду, он пришел к нам летом 23-го года, заметно, что человек пришел с другим пониманием игры, нежели, видим, мы с Леней. И видно, что человек подстраивается под ситуацию, подстраивается под то, что ты ему говоришь, и менять свой плейстайл. Это очень похвально, это очень довольно быстро происходит. Он хорош в доигровках, он хорош в моментах, где он в соло находится в зоне, чтобы в соло выиграть какую-то дуэль, открыть точку. У него получается нестандартно мыслить в клатче, когда он остается один. Это довольно круто. Что касается Димы Шира, он добавил нашей команде явно коммуникации, понимание ситуации во время разменов, как мыслит соперник. Он хорош в клатчах, по-моему, у него сейчас лучшая статистика вообще на турнире. В целом, можно сказать, что он полномерно адаптируется в команду. Что касается Лёни, с этого сезона показывает стабильно хорошую игру. У нас с ним есть взаимное понимание в том, как мы хотим играть. На данный момент времени это работает, что тоже здорово. При этом Лёнька иногда с беретов там эко собирает по троих-четверых. У меня есть хороший момент. X-фактор. Ну и выполняет свою капитанскую работу. Он следит за коллективом во время игры, за тем, как мы двигаемся по карте, какие решения мы принимаем. Борис выполняет по большей степени черновую работу. Человек очень правильно понимает свою задачу в команде. То есть у него не самые позиции там, где происходит экшен. При этом эти роли не так просто играть. То есть у него бывает, что нету постоянного экшена, монитория. Но он правильно подстраивается именно под нашу команду, то, что мы от него хотим. И доигрывает те моменты, в которых
у него появляется большее количество игрицев. О чем я говорю? О том, что бывает так, что Боря играет опорника люркера, что у него игра не создается в экране. Но он растет в том, что он сам себе ее создает, и в моменты, когда у него редко или не так часто происходит момент, где нужно доиграть, на этом турнире у него все позитивно складывается, чему я рад. Ну и под конец Даня. Даня, я не буду говорить про его фантастические цифры и механические навыки, я скажу так, что видно, как человек начинает понимать, как мыслит соперник, что преимущество цено, и он с каждым разом шире и шире смотрит на Counter-Strike. Оттуда и хорошие показатели. Ему также нужно работать над тем, чтобы уметь от своей зоны перекаливать своим тиммейтам, что нужно в данной ситуации сделать. Да, и, ну, если говорить про индивидуальную форму, она космическая. Действительно космическая. Я знаю, что он 11-2 по дуэлям был, энтри-дуэлям, будучи энтри-фрагером против фейс. Нужно понимать, что всегда так не будет, потому что это нужно к этому стремиться. Да. И нам, как команде, мы стараемся делать так, чтобы если мы энтри проигрываем на Дане в его зоне, да, думаем о том, как выигрывать раунд в случае, если... Да не, даже, может быть, это не Даня. 4 в 5 — очень важный момент, потому что раунды в нынешней тенденции КС очень трудно выигрываются. Окей, по персоналу мы прошлись. Теперь давай поговорим о наших планах. У нас целых 3 дня перерыва, потому что мы играем сразу в полуфинале Катовицы. Как мы проведем эти 3 дня? Завтра у нас разгрузочный день. Будет индивидуальная работа у ребят. При этом мы посмотрим демки, сделаем определенные выводы по матчам, которые у нас есть, потому что сейчас набралась база, на основе которой мы можем сделать определенные фиксы в игре. Послезавтра и послепослезавтра у нас подготовка к Катовице параллельно к РМРу, потому что после того, как мы прилетим с Катовицем, до РМРа у нас будет всего 4 дня. За день до нашей игры мы съездим на арену, чтобы прочувствовать эту атмосферу. Как ты думаешь, насколько сильным будет давление, которое будет создавать арена для молодых игроков особенно? То есть я не говорю про Леню, Борю и Диму, потому что все-таки они достаточно опытные игроки. Но ведь для Дани и Мирика это впервые. Здесь не просто сказать касаемо давления и предсказывать что-то. Я бы сказал так, что прошлым составом, когда был в команде Роберт и Паша, для них это был вообще первый лан, когда мы поехали на РМР, а потом поехали на мажор. При этом мы вышли тогда в плей-офф, играли при большой арене, и ребята показывали свою оптимальную игру. И на них это никак не давило. Тут момент, кто-то этим моментом наслаждается, кто-то это держит внутри, кто-то выплескивает. Посмотрим, как оно будет, без каких-либо ожиданий.